Убита. Предлагаю вернуться и прибить. Так, а напомните, пожалуйста, у кого колечко с этим, с лечением? У меня нет такого. У меня некромантия гидрософастика. Нет, даже ничего такого нет. У меня только странная рука скелетов. Сумки вскрыть не забудьте. Вскрыть. Да, кстати. Сумки вскрыть. Кому-то надо расторговаться, как я погляжу. Так, интересно. Пошли убьем здоровую хрень. Кстати, всем трям. Шаттл сотрелы. Всем прям. Да, всем крям. Ну пошли убивать. Пойдемте. Сейчас, погоди. Там здоровая дрянь осталась сзади. Не да сейчас, давай пойдем. Надо быстро взять, и мимо нее пойдем все равно. Ну ладно, окей. Карн, я у тебя один свиток восстановления стащил. Ага. Сейчас быстренько срубим опыт, потому что если мы это сделаем сейчас, то ребята могут окочуриться, мы опыт не получим. Так, с кем разговаривать? Давайте. Я тут у нас убеждатель. И да, не нужно быть, он Симона стоит. Симона. Говорю. Молодая женщина, закусив губу, смотрит на раненых, лежащих вокруг. Она наклоняется за тряпкой, чтобы вытереть кровь с рук, поднимает взгляд и замечает вас. Если тебе нужно лечение, колдунья, боюсь, я мало чем могу помочь. Так. Маленькая тележка, решил, что у колдуньи. Короче, первая, заметив раненую. Женщина нервно трет руки окровавленной тряпкой. Магистр не славится милосердием, многие из нас погибли, а этих, их, скорее всего, ждет та же участь, только с задержкой. Чертог эхо, помочь с ранеными. А что, собственно, с ним произошло? Магистры потопили наш корабль, на берегу их оказалось еще больше. У них были эти ужасные твари, вопящие. Эти изуродованные создания, распятые, они расправились с нами едва ли одним ударом. Побежали, все, кто еще мог. Так. Не бросили раненых. Нет, помогать будем, помогать. Окей, первое. Я сделала все, что могла. Их раны слишком серьезны. Я не могу им больше ничего предложить, кроме молитвы и воды. Так. Клинка присек бы страдания моментально. Нет? Не, помогать будем, помогать. Сейчас да я давай я их зарежу, ну что ты? Не надо резать, опыт срубим. Ладно. Могу ли я им помочь? Если ты сумеешь, я буду бесконечно благодарна. Магию целебную. Целебная магия. Магия у меня только есть, что две... Фу ты, у меня только есть, что две руки и... Она вяло указывает на обустроенный наскоро лазарет. Я даже не лекарь, наш целитель погиб в бою, я просто укухарка. И что дальше? Второе. Окей, делай что хочешь, только не умножай страдания. Так, а вот теперь на сцену выхожу я. И выхожи. Выхожу. Да, перемещу от тебя две книги. Раз. Опять с ней разговаривать? Два. Я, кстати, в диалоге. Ты исцелил меня. Как ты... А, неважно, плевать как, главное, что я еще дышу. Это было несложно, что с тобой произошло? Я мало что помню, едва успел сообразить, что происходит, как меня ранили. Последнее, что я видел, это чудовище вопящих. Магисты запасли крови за все, что они сделали с нами. Будь тут моя матушка, она бы уши мне надрала за то, что я не могу тебя отблагодарить как следует. Впрочем, думаю, тряпка от алых сойдет мне за наказание. Вот возьми это, хоть что-то. Спасибо. Ты еще Джоус не исцелил? Да, и последний. Опять диалог. Ох, мои раны зажили за мгновение. Я не думал, я был уверен, что... Спасибо. Первое. Угу. На флагмане магистра были баллисты, они разнесли наш корабль в щепки. Кусок нашей мачты пробил мне бок. Мне повезло, что меня тащили сюда, особенно после того, как я увидел, что магистр делает с пленными. Воспоминания вызывают у него дрожь. Они превращают пленников в вопящих, это изуродованные, распятые создания, уничтожающие всех на своем пути. И с ним ничего нельзя сделать. Хотел бы я как следует отблагодарить мою спасительницу, это все, что я могу предложить. Да, здесь немного, но может быть оно тебе пригодится. Спасибо. И там вот еще ящер, им тоже надо пообщаться. Ты исцелил нас, всех нас, мы все перед тобой в долгу. А можешь присоединиться к нам в бою, чтобы свалить отсюда нафиг? Он дружески хлопает вас по спине, к нему определенно вернулись силы. Не сомневайся, этот старый боевой змей еще может воевать, особенно теперь, когда он исцелен от ран.
Что с тобой случилось? Магистр напал на наш лагерь, еще там в гавани. Стрела угодила мне в бок. Меня ждала медленная смерть. Такое я уже видел. Так, что там вот надо прочитать? Сейчас мы убили нормально так опыта. Подожди, сейчас книжки почитаю. Отрадные отвары козляк. Целебные свойства козляка широко известны во всех краях. Такого не ожидаешь от небольшого, похожего на поганку бурого гриба, растущего в темных и влажных местах. Но тем не менее, этот невзрачный малыш способен вылечить любой поразивший вас недуг. Библия ремесленника, часть первая. Из этого тома, переполненного ценными знаниями, вы извлекли для себя множество полезных рецептов на все случаи жизни. Легенда о семерах. По-моему, я это уже читал. Это читал. Да, это я тоже читал. Так, Шурик, на, держи все на про... Тут торговца нет никакого? Тут есть торговцы, сейчас будем торговать. Только что... учти, что у меня осталось 33 единицы веса. Ну, дальше карно буду заваливать. О, лист бумаги. Отворовать все надо, да? С мужичком. Все проходы перекрыты. Проклятие против этой твари, никакая стратегия не работает. Я в торг ушел, если что. А, ну ладно. Ну что, хотя бы с вами поговорить, если я покажу квест тут. А ты где? Какой квест? Вот воду к северу. А, давай, пойдем. Да, пойдем. Так пусть он доторгует сначала. Сейчас я прокликаю. Не-не, пошли. Посреди небольшого спокойного пруда виднеется лицо богини, наполовину погруженное в воду. Из глубоко посаженных глаз струятся слезы, пронизанные солнечным светом. В ее присутствии вы ощущаете покой, она дарит вам неуловимое тепло. Первое. Да, с интересом отмечаете, что это очередное изваяние, а Мади очень похожее. Не дал прочитать, вы смотрите на лицо, исполненное любви, и ощущаете, как постепенно погружаетесь в транс. К вам вызывает голос, звучащий одновременно из недр вашего сознания и от самых далеких звезд. Шепот ласкает вас, как нежный ветерок. Пытаться по голосу. Угу. Голос звучит громче, ветер словно набирает силу. То, что было невнятным шепотом, складывается в слова. Мои дети, дети погинули меня, мертвые в колыбели, что я спала для них. Бла-бла-бла. Мало с кем Diablo 6 более жестко. Угу. Вас охватывает невыразимая печаль, как будто ваша душа соединилась с призрачным духом, и плети терна опутали их воедино. Терна. Дитя мое, возрождай со мной о матери, утратившей все, возрождай со мной и омойся в следах Амадии. Первый красный принц. Угу. Ну, в общем, прочитайте сами. Вы ощущаете присутствие богини повсюду вокруг, она ласкает вас бережно, как мать. Что самый суровый час бояться, что не так уж, бла-бла-бла, что демон может бла-бла-бла, истинной любви не бла-бла-бла, не случится. Бла-бла. И объятия становятся все теснее, никогда с давно забытых детских лет вы не ощущали такой всепоглощающей материнской заботы. А, я люблю тебя, мое дитя, я буду беречь тебя, ступай куда пожелаешь и неси в себе поцелуй Амадии. Голос исчезает так же внезапно, как и возник, и вы пробуждаетесь, словно от сна, исполненного смутных грез. Теперь пруд снова светится изнутри, и вы, стоя в воде, ощущаете, как вам возвращаются силы, вы чисты, как будто родились заново. И что это такое? Это портал. Кузьмич, ты заметил, да? Что? У нас Карн не только транс, но еще и отдался, полностью отдался голосу. Амадия милостивая, что произошло? Что статус заговорил с вами? Это невероятно. За все эти годы я ни разу не видел, чтобы богиня одаряла кого-то своей милостью. Я преклоняюсь перед тобой. Почему вот так происходит? Возможно, так бывало, когда семеро все еще были сильны, но уже много лет это место не более чем пруд, у которого я молюсь. Сила Амадии иссякла, когда божественный Люсан принял мощь семерых, это очень странно. Воистину благословленным и знакомством с тобой. Если Амадия тебе благоволит, то это все, что мне нужно знать. Иди с миром, брат мой. Короче, вали отсюда. Поблагодарите ее и уйти. А вы что? Добро пожаловать в святилище Амадии, благословенный путник, скажи, с кем я имею удовольствие говорить. Ну да, правду сказать про ячера красного принца. Гэда. Мои соболезнования, друг мой. Божественный орден не чтит ни принцев, ни бедняков. Я не могу вернуть к тебе королевство, но ты можешь жить здесь, сколько заблагорассудится. Я Гратиана, жрица Амадии. Для меня честь приветствовать тебя в святилище и предоставить тебе защиту от злобных топей брака. Убежище для искателей. Она замолкает на мгновение перед тем, как ответить. Мы всегда должны стремиться помогать страждущим. Много лет эта простая истина ускользала от меня. Еще дольше я старался исправить ошибки прошлого. Какие еще ошибки прошлого? Несмотря на маску, вы чувствуете, как выражение лица суровеет.
Время — это река, и она течет лишь в одну сторону. Нет смысла скорбить, потому что было. Важно лишь понимать, куда несет нас течение. Здесь я могу почитать богиню Амадию и помогать тем, кто пришел сюда за поддержкой. Я живу добродетельной жизнью, тем, кем, та, кем я была раньше, давно умерла. Чем святилище, что они поклоняются этим богам? Так было не всегда. Эти топи когда-то были богатыми, плодородными землями до того, как пришел он, король Брак. Да, хорошее дело, браком не назовут. Снова, сколько тут живет? Я пробыла здесь многие сотни лет. У меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить о прошлом и извлечь из него уроки. По правде говоря, злодеяния Брака и этих магистров не так уж и отличаются. И тот, и другие очищали эти земли от истока. Магистры взяли от Брака все худшее. Сначала лжезлые избавления, а теперь вот эти вопящие. Эти распятые чудовища перебьют всех искателей до одного, если у тех не появится более мощного оружия, чем палки, которыми они вооружены сейчас. Я сейчас их старейший. Этот глупец бежал на болото. Он надоедал мне просьбами помочь против вопящих, и как только я поведал ему о магическом оружии Брака, он тут же бросился на поиски. Шаг смелый, но опрометчивый. Если он не вернется с подходящим оружием, боюсь, никто из искателей не покинет этот остров, иначе как вперед ногами. Пора спасать его, спросить, в какую сторону пошел. Он отправился на север, к бывшей оружейной Брака, но неизвестно, нашел ли он там хоть что-то, и вообще выжил ли на болотах. Сделаю все, что в ваших силах. Да прибудет с тобой милость Амадии всем. Это... Вы еще разговариваете, что ли? Нет, я сколько подает. Как это? Момент. Признаться, что я Красный Принц. Соболезную, друг. Просто первый раз. Так, ребят, я пошел торговать. Давайте, давайте. Заодно гляньте, может, там мне чего-нибудь присмотрите. А то я тут нищий совсем. Деньга нету. Тут кербан какой-то. Тоже торговец? Да. Что нам бы еще с этой бабой торговать? Там жезл Кузьмичева. Обязательно. Тебе я даю на продажу, да? Да. Слышь, по-прежнему чуть-чуть обойди по лицу, склонить голову и воззвать к ней. А, понятно. Все, понятно, как это работает. Я забираю себе. Кого там в курицу превращаете? Кота. Кошмар. Белку. Что? Белку. Кот, к сожалению, по собственной дурости сгорел. Белка как-то более живуча. Белка-кот. Вот. Ну и кошак оказался туповатым. Возможно, народ, вы заметили, что на моем канале в последнее время выходит многовато Divinity Original Sin. Вот. Да быть не может. Это все потому, что вот эти два засранца ни во что больше играть не хотят. Почему, в доту можно? Не, ну можно, конечно. Записывать доту, да. Ниже падать уже некуда, знаешь. Ну как-нибудь можно будет поугарать. Но вот сегодня с Харном очень неплохую партию поиграли. Да, может, сделать в стиле обзоров этих ботов. Типа бот такой-то, бот такой-то. Вариант. Я думаю, это можно будет после девеньки немножко и в доту посидеть. Ну, без записи. Да, естественно. Не увидеть вам, как мы стуча клешнями ракуем в этом ужасе. Точно. Вообще, Шурик, я хотел сказать, что, скорее всего, завтра-послезавтра в девеньке меня не будет. Окей. Ну просто мне нужно с другими видюшками поработать, а то у меня уже две пачки Divinity. Правда, Хар немножко обиделся из-за этого. Вообще сидит, молчит. Скажи что-нибудь. А я вот не обиделся, я молодец. Хар. Я ем. Я тоже хочу. Слушай, отправь мне что-нибудь курьером, а? Поддержи канал, отправь котлетку. Кстати, Кузьмич, мы... С Харном. Поженились? Нет. Развелись? Нет. Поцеловались? Нет. Да ну и неинтересно даже. Начали свою пачку. Девеньки. Вот чисто чего. На двоих. Да, понятно. Вот. Ну да, пошел я нахер, конечно. Да погоди, послушай. Короче, в нашей пачке мы завалили Далис на воротах. Что сделали? Ну...
помнишь, в самом начале, перед воротами стоит Далис, она убивает магистра ящерицу, и ты съедал ее ногу. Было дело. Вот мы завалили Далис. А зачем? Это было надо? А затем, что, во-первых, это можно, во-вторых, это опыт, в-третьих, с нее после этого падает прикольная двуручная дубинка. А чё ж вы со мной этого не сделали? Раздают, а потому что с тобой мы бы и не завалили. Ой, ну да, нет, да, вали всё с больной головы на здоровье. Тихо. Слушай, тут есть условие одно. Одинокий волк? Угу. Именно Шулай. Короче, ясно. Ничего вы не можете. Так. Пита гидрософистика мне нужна. Нужна пирокинетика на 2. Мне не нужна. Значит, мы меняем пирокинетику. Вот ты поиск. Мне там ничего подогнать не хочешь? Блин, там Карн уже болтает. Тебе я сейчас с Гретяной поторгуюсь. У нее вроде Карн говорит, что есть. С кем Карн болтает? Я ни с кем. У меня, кстати, пояса до сих пор никакого нет. Может, там есть что-нибудь? Пояса нет. Я могу тебе свой дать. А у тебя какой-то лежит, кстати, белого цвета. Ну, забирай его. Давай тогда. Хоть так. Что-то. Лишний, как смотри. Будет. Да. Есть жезл зеленый. 10-11 яд. Плюс 3 уклонения. 10-11 яд. Угу. И плюс 3 уклонения. Угу. Зеленый, да? Угу. Ты знаешь, что давай? 10-11. Есть белые. 9-10. Воздух, огонь или яд. А, воздух, огонь, огонь. Нет, давай тогда этот. Ну вот этот ядовитый. Угу. Так, у тебя же геомантия. Навык каменная броня нужна. В смысле, купить ты имеешь в виду? Книжку. Давай, конечно. Почему бы нет? Что нужна ли? Так, это крючка я себе заберу. Карн, амулет синий. 14 маг броня, восстановление некромантия. Надо? Дает. Попросить, да. Шурик, так. А можно я у тебя стащу зеленое кольцо пирокинетика? Тащи. Или оно тебе нужно? У меня встречный вопрос. Нет, мне не нужно. Есть кольцо, 9 маг броня, плюс 1 телосложение, плюс 23 хп. И дает восстановление скилл. Не надо. Мне надо? 6. Мне точно не надо. У меня кольцо на 6 брони, кольцо на 8 брони. Угу. Час. Слушай, а кольца же объединить можно, да? В смысле? Как-то. Ну. Нет. Нет. Печально. Шурик, я тебе одно кольцо отдал. Продашь его? Я так же это сам. Геомантия. Угу. Геомантия. И ты продал. Жезл. И ты жезл хотел. Не продал еще. Она у тебя до сих пор. Какой жезл? Ты какой-то жезл мне хотел отдать. Я в процессе торга. Ага. Сейчас все будет лучше видеть, не переживай. А я переживаю. Я такой. Забирай жезл. Подожди, он двуручный, что ли? Нет. Точно. Так, 6-7 воздух, 1 интеллект. А, 3% уклонения. Да. Угу. То есть 25-27. Так, там еще есть торгаш. 20-21. У Кирбана. 24, 27, да? О, кстати, Кузьмич, я в диалоге, можешь со мной ко мне подключиться. Сейчас подожди секундочку. Угу. 27, 29. Это яд и огонь. Интересно, подожди-ка. А, вон что. То есть тут еще зависит от в какой руке его держишь. Вы знали об этом? Да. А я вот что мне не сказали. Беки. Ты знаешь, а ты не знаешь. Да откуда я этот снайпер раз играю, блин? Да понятно. Сейчас иду. Стоп, я хочу снять ошейник. У меня... Сейчас, подожди, я еще не подошел к вам. Дайте дело послушать. Скажите, пожалуйста. Он ковыряется со сломанной рапирой, стараясь оспрямить клинок.
заметив печаль в его глазах, спросить про сломанную рапиру. Он подносит к свету поврежденный клинок. Это был клинок Халорна, первый и последний. Халорн не собирался здесь умирать, но так уж сложилось. Он был обычным человеком с сердцем героя, и умер он за свою веру. Карн, скажите, пожалуйста. Взять рапиру, отметить, что клинок, как клинок изогнут ближе к острию, скинуть оружие и силу нанести удар плашмя по кромке стола. Кончик отламывается, оставляя зазубренную кромку. Теперь уже стало короче, зато смертоносней. Оставить рапиру себе. Ты кто? Ты кто? Вообще. Первый, наверное. Еще одна изломная душа. Он таращится на вас, открыв рот. Опустив взгляд, он недоуменно замечает, что вцепился в рукоять оружия, которое держал в руках, да так, что костяшки побелели. Улыбнувшись, он возвращается к работе. Итого, у нас есть неплохой кинжал. Ну как, средненький, конечно. А, такой вопрос. У кого сколько урон с руки? Просто интересно. 29-32. А у тебя, Харн? 32-36 прописано. Монстры. Моя сосать. А у тебя сколько? 27-29. А, так у тебя же урон не с руки идет, а со скиллов. У тебя 50% урезания, не забудь, а как что будет. Да. Так, вы все кольца забрали, которые хотели у меня? Нет, да вроде, да. Подожди-ка, стоп. Перекинетику забери. Перекинетика 10. Стоп, какой нахер? Стоп. Что за нафиг? Я же забирал его. Вот, пирокинетика, диаманти. Забрал? Угу. Ага, у тебя некромантия появилась. Амулет на искусство убийства кто отдал мне? Так задумано? Ну, это не я. Меня у свинила. А, то есть твой амулет, да, он тебе не нужен? Mm. Все, отлично. Мне он нужен, да. Больше сронка на здоровье. Мне он нужен. Это ты правильно подметил. А есть же какая-то хрень, да, чтобы двуручным оружием спокойно владеть? После двух рук? Да. Чтобы не было урезания на 25%. Ну, а все равно будет. Хоть что делать, но все равно. Странно. Так, я себе заберу эти штанцы. Мне нужны. Копье, блин, арбалет. Здесь хорошо рассказать. Голова 4-1. Чего-чего? А мне голова 4-1. То есть у тебя же какая-то голова? Да вообще много чего надо. Мне и пояс нужен, и ступ не нужны, и мотон нужен, как и всем. Кстати, Кузьмич, у этого упыря есть жезл на воду 10-11. Угу. Если направить на землю, лед покроет поверхность радиус 1 метр, а также накладывает эффект увечья на 1 ход, вероятность 10%. И он с дыркой. Туда можешь что-нибудь подкнуть. Какой да, жезл еще раз? 10-11 вода. Давай, возьму. Давай. Сейчас я с ним поэкспериментирую немножко. Карн, опять-таки, у него же есть... Ты купи сначала. На некромантию. Книжка на некромантию, да. Ты посмотри, что тебе нужно. Так. Но это именно если направить на землю. Или там пофигу. Можно и в противника направить. Нет, это на землю. А эффект увечья? Это не важно, да? Это не важно. А что можно в него воткнуть? Какую-нибудь руну. Например, так, но урон физики тебе не нужен. А у нас есть какая-нибудь руна? У него можно купить. У нас есть руна на физику, на физурон. Шурик, мне нужны все книжки, кроме Роя, Желание смерти и Кровосос. А шапка нужна какая-нибудь? Шапку я не смотрел. Что-то он не сильно снижает, честно говоря. Смотри, у него шапки лучше мои все. Но он 7-5. Без бонусов, которые единственное, что у него есть. Ты знаешь, Шурик, что-то почему-то он мне очень, ну, как снижает, короче говоря. То есть вот у меня два жезла, яд и огонь, да? Они дают 27-30. Ставлю вот это вода,
которая сама по себе сильнее огня, вроде как. 26-30 получается. Минималка уменьшается чуть-чуть. Вроде мелочь. Но неприятно. Но в него можно что-то вставить, да? Да. А, вопрос. Урон от огня, от жезла за счет пиромантики... господи, как она там называется, правильно, забыл. Пирокинетики увеличивается, да? Mm-hmm. А, весь урон огнем, который вы наносите. Да. Mm-hmm. То есть мне, чтобы вода увеличивалась, нужно... Как штука называется? Гидромантия, да? Гидрософистика. Гидрософистика, да. Блин, похоже, нас забаговали сети. Кто? Можно кое-что забирать. Ай, ведра с друденой. Чем они забаговались им? Не собираются. Ну, поздравляю. Доигрался. Может, тебе перегруз просто? Нет. Так давай я попробую взять. Интереса ради. Растение как будто не сразу. То есть оно сорвалось, но выглядит горшок, как будто бы там еще есть взрослое растение. Подобрать. Выбросить. Так может оно не дозрело или еще что-то? Дозрело. Он говорил, что он дозрел. А ты все продал, что мог? У тебя что-то дофига просто всего в этом рюкзаке? Почти что все. Не все, конечно, но почти. Так, каменную кожу у тебя забираю? А, да, конечно. Ну, собственно, я уже забрал, да. Собственно, я его уже спер. Хотел перетащить, ошибся кнопкой, блин. Так, а рюкзаки, которые тебе бездонные три штуки, они увеличивают этот, что ли, носимый вес или что? Нет, просто для сортировки. И все? Только для этого? Жалко, было прикольно. Я пока что, Шурик, я оставил этот волшебный каменный жезл с дыркой пока что в рюкзаке, у меня лежит. Не вопрос. Если будет какая-нибудь руна, ну, надо будет воткнуть, посмотреть. Есть две, вот только у меня. Так дайте посмотреть-то. Только руна и снаружи плюс 9 физического урона, у меня руна плюс и снаружи плюс 9% воздуха. А где я их не вижу? Где, как они выглядят-то? Я сейчас дам отдать себе белую. Желтая такая в виде осколка. 9 урон воздуха, сопротивление воздуха, уклонение. Но это мне не надо. Там есть снаружи плюс 9% урона воздуха. Ну я понял. Только это жезл воды, и воздухом я не пользуюсь вообще от слова совсем. Нет, добавить себе урона. Ну это я понял. Если ты объединишь, он тебе даст урон. А у тебя, Шурик, че? Какая урона? Из урон. Ну можешь посмотреть, скинь, пожалуйста. Я просто гляну, че, как она выглядит. Смотри. Физическое максимально. Ну да, это не мне, это тебе или Шурику. Ой, Шурик, говорю, к Харм. Так, отдаю Люсе. Ну ладно, давай тогда. Тогда к Харм я подвоткну. Твой урон. Втыкай. Урон доступ, это уже. Втыкай, втыкай. Кнопки. Управление рунами. Так, давайте снимем. Нас ошейники. Не снимешь, пока мы квест не сделаем. Какой квест? А что за управление рунами? Где это? А, давай сейчас я тебя наберу и просто. Я не буду делать, я просто тебе скажу, как, чтобы точно по инструкции тебе сказать. А, нажать правой кнопкой мышки. Управление рунами. Вы меня их вытащили, что ли? Хан забрал. Так дайте посмотреть, дайте я сам сделаю, блин, Хан. Я тебе просто когда тебе не говоришь, не буду объяснять. Я говорю, управление рунами нажимаешь. А, вот вылезло. Это гнездо убираешь, это оружие выбрано. Потом середине гнездо это понятно. Применять ничего не надо, просто выходишь и все, оно у тебя автоматически применяется. Так, а что это такое? Давай это и воздух. Угу. Неплохо. Неплохо. О, плюс молния, отлично. 28, вот теперь да. Теперь больше урон стал. Эх, жалко, это не огненный жезл, конечно. Книжки.
Кар, на какой конец нужно сделать, чтобы снять ошейник? Найти этого мужика. Гарта, что ли? Да. Шурик, я тогда тебе отдаю свой старый этот жезл. Огонь. Волшебный каменный жезл. Продашь его? Давай. Я тебе скину. А на льду что происходит с противниками? Они скользят, замедляются, что там? Могут скользить. Могут упасть. Могут упасть, могут пропасть. А чё вы не дали мне послушать диалог? Сам поговори с ними. Ну, я просто снял ошейник. С кем разговаривать надо? Слей. Так, гном стоит рядом с молодой женщиной, он не сводит с нее глаз, что-то шепчет, негромко напевает ей на ухо. Она смотрит в пустоту невидящим взором. Кровь и кости, огонь и дым, смерть и то, что хуже смерти. Тихо-тихо, Лея, никто тебя больше не обидит, ты в безопасности. Гаррет вернется, и мы отправимся домой, я уверен, все будет хорошо. Женщина потирает шею, ногтями царапает кожу, тихо поскуливает. Что она делает со своей шеей? Заслышав ваш голос, гном вздрагивает от неожиданности, хватает женщину за руку, потом расслабляется. Новые лица. Надеюсь, тебе не слишком от магистров досталось. Насчет шеи, она вспоминает этот ошейник, такой же, как у тебя. Она его тоже носила. Нам повезло, что она умеет их снимать. Благодаря ей много колдунов обрели свободу. Женщина бросает быстрый взгляд на вашу шею. Удавки, они душат нас, крадут наши голоса. Ну, сними это, пожалуйста. Она отводит глаза и смотрит в пол. Сейчас ее просить насчет ошейника нет смысла, бедняжка не в своем уме, когда Гарта нет рядом. Какой-то ошейник там... Гарт единственный, кто может привести ее в чувство. Без него она, Дуган кладет рукой на плечо и сжимает, когда у нее по лицу начинают катиться слезы. Чем он для нее так важен? Мы шли с караваном в Форт Радость, блестящие ошейники, все такое. Гаррет с искателями устроили на караван засаду и вызвали нас, избавили от этого кошмара. Но теперь он ушел искать оружие, которое можно одолеть вопящих, а мы тут просто сидим и думаем о пробужденном, которого так и не сумели спасти. Так, вы же слышали это слово, спросите, что конкретно он имеет в виду под пробужденным. Из кусков целое, из их прошлого наше будущее, из их веры наша надежда. Мелочи не важны, она в главном право. Пробуждение — это наша надежда на то, что появится новый божественный. Тот, кто заменит Люциана, и даст отпор исчадием. Тот, кто восстановит порядок, защитит исток. Хочешь знать больше, поговори с Экстером. Так, и как они... Узнаете, как вы узнаете пробужденных? Есть разные способы, но я мало что знаю об этом. Мне только одно известно наверняка. Они как-то связаны. Исчадие чуют пробужденных, как никто другой. Лающие псы в волчьих шкурах. Содрогнуться, увидели столько исчадий, что на всю жизнь хватит. Зубы в море, зубы в болоте, зубы в воздухе. Да, их тут уйма, но тревожиться не о чем. Гаррет скоро вернется, и мы домой отправимся в два счета. Ягненок хвостиком тряхнуть не успеет. Так, это было. Но мне ошейник не сняли. Да. Мне сняли. Я что-то не то сделал, да? Нет, ты сделал все правильно. Единственное, что, видимо... Ну, это особенность моего персонажа. Зашибись. Шея чешется, снимите. Немедленно. Кому тут рожу набить, чтобы мне это сняли? Ты прокликиваешь, что ли? Да, так, из мешка с подарками персонаж. О. Я тут эту Лиану сбросил вниз. Угу. А говорить не надо зачем-то или нет? По сути, только торговать с ней. А, это тоже торговец? Это торговец, но торговец специфический. А чего не такого специфического? Она продает вещи, ингредиенты, при помощи которых можно наши вещи, которые мы носим, апать до определенного уровня. Mm-hmm. Ну, то есть апать. Хорошо сказал. То есть апать, да. Арбалет это хуже моего. Это мне не знать. Да, вот я торговал. Где отстань? Подожди, а у кого я голды оставил много? У этого, по-моему, или у Гретяна. Мы дальше пойдем, нет?
Угу. А, у Гартяна есть голда. Харн, что ты вообще... продать. Харн, ты где вообще? Я закупаюсь. Он купается, видите ли, нормально? Ну я тебя 5 раз просил, купи и все. Ты молчишь и все, я тебе. Кого купиться? Да забей ее в шашку, плюс сам. О, разлад в группе, смотрите. Сейчас драться начнем. Ты хоть сказал, кого купить? Мы с тобой договорились, сказал, посмотри, какие книги купить, я тебе куплю. А, ты про книги? Пошел туда и все, и забыл. Еще я 5 раз тебя просил. Я убежал, да, действительно. Ну ты скотина.